Ставкин разбор! Один эксперт! Большие выигрыши! Один эксперт! Быстрые выплаты! Один эксперт! Надежный букмекер! Один эксперт! Один эксперт! Букмекерская компания. Самара. Ехали в Самару. Так выглядит, ребята, въезд в город Самару. Для тех, кто не знает, кто здесь не был. Куда-то все несутся. Мы также несемся. На спидометре у нас. Стояла цель. Ноль. Ага. Едем по приборам, по навигатору. Самара, ребята, плывет полностью вся. Смотрите, какие тут брызги лужи. Обалдеть. Вы обещаете, что дадите возможность. Даже местный народ, смотрите, ходит в сапогах. С кем она выйдет? А тут по-другому, потому что никак. Жесть, конечно же, полная. Так, и что? Главное, ихняя, что ли? Или газелька просто такая наглая? Это еще не предел, смотрите, снег еще сошел не полностью. Так вот вам в Самаре жить. Сапоги надо носить. А сколько он весит вообще? Что-то мне 7 тонн сказали. Я знаю, что он 5 поднимает. Так, загрузили мы погрузчик, как вы видели. Сняли с него лапы. Капец, я дышаться не могу. Я прибил чурки вот эти вот, чтобы он еще назад не покатился, но как бы это еще не все, надо его крепить ремнями. Нормально. Нормально закрепим сейчас ремнями. И думаю, пойдет. Так. Дальше. Ремни вроде есть. За что зацепить, сейчас посмотрим. Ну, найдем, за что зацепить. Ну и все, как бы. Покажу вам, что получилось. Ну вот все, ребят. Вот так закрепил. Стропа здесь. Стропа здесь. Там стропа. Снизу стропа. И там также. Видите? Все. Такой вот погрузчик. Печка катается. Вы хрен знает сколько. Так. Еще вам обзор кабины сделаю. Так. Оп. Опа. Это рабочее место. Это у нас два рычага, руль, приборы, топливо, температура. Бортовой компьютер. В общем, вот так вот все это выглядит. Ручник, газ, тормоз, еще что-то, не знаю, не ездил. Печка, ну и в принципе аптечка, все такое. Все, погрузчик. Все, погрузчик загружен. По весам, конечно, весит он, не знаю, я так и не понял. Сколько он весит. Видите, шильдики есть.
Вот, вот шильдик. Вот там шильдик. Еще раз пойдем, все посмотрим, все проверим. Так. Так, так, так. Что-то вот так вот здесь написано еще. В общем, короче, неизвестно, сколько он весит. Да я думаю, не знаю. Ладно. Все. Будем собираться, будем ехать. Ребята, всем привет. Наконец-то выбрались на М7 трассу. Едем сейчас до Нижнего Новгорода. Газель будем смотреть. Олег будет покупать себе газель. На примете есть 3 машины. Вот, поэтому ехать нам еще ехать и ехать. Где-то, наверное, километров 400. Я так полагаю. Или 300, или, короче, 400. А потом мне ехать дальше. Мне ехать уже на Ярославль. Дальше вот смотрю по навигатору сейчас, что у нас творится. А всего вроде как бы недалеко ехать. Не знаю. Новости печальные. Новости печальные. Вчера ночью попались на весовом контроле. Пробило у нас. А там еще и стояло ограничение 5 тонн на ось. Поэтому у нас 6 весит сам погрузчик. Почти 7, 6800. Поэтому, короче, влип я чуть-чуть, ребята, по полной. Поэтому, а потом вам скину документ, который мне выписали за перегруз. Сейчас надо ехать очень аккуратно, хотя бы довести этот груз. Ну, а там, не знаю, буду думать, либо спаривать, либо еще что-то как-то. Поэтому пытаемся добраться до Нижнего. Сегодня доберемся, завтра поедем смотреть газели. Купит Олег себе, скорее всего, газель. Я уже надеюсь. И поедем. Он поедет домой в Челябинск. Я поеду в Ярославль. С Ярославля поеду в Москву, скорее всего. Так что видео получается непонятно. Я их просто... Как оно идет, так идет. Вот прям событие. Так что смотрите, что будет дальше. И обязательно не переключайтесь. Но у меня печалька такая сегодня. У меня печальный день. Погода печальная, видите, аж дождь льется. С утра как пошел, мы проснулись на стоянке. Так он идет, идет и идет. В общем, поехали. Ох, ребята, вы не представляете, через что нам приходится ехать, только чтобы не стоять в этой дурацкой пробке. А пробка у нас... О, летают. Новгородцы. Нижегородцы. Мы стояли в пробке перед Нижним Новгородом. 2 часа. Да больше, нет? 2 часа. Ну, 2 часа мы стояли. И так как уже очень много времени, мы голодные, торопимся смотреть машины, поэтому... Поехали по объездной. Поехали по какой-то объездной дороге, которую нам подсказали. Вернее, которую увидели мы, фуры, по которой едут. Ой, ёй. И, в общем, мы плетемся. А там на трассе, получается, М7 перед Кстово. Там закрыли мост перед на какой-то речке на ремонт. И поэтому там реверсивное движение. И стоять там еще очень-очень долго. А мы 2 часа простояли и до пробки, до окончания этой пробки 11 километров. Это мы бы до утра, наверное, там стояли. Поэтому мы выбрали вот такой вот путь и потихоньку двигаемся через какие-то нахрен деревни. Ну, вы сами тут все видите, конечно.
Это жесть. Это деревни нету, это поляди. Одни поля, деревень реально нету. Но тем не менее, народ здесь едет. Фуры ползут тоже. Все ползут, мы ползем. В общем... Нифига у нас... Да посмотри, что там сзади творится. Мы сзади уже, короче, собираем тоже пробку. Потому что мы медленнее легковых едем. Легковушки летят, а мы тащимся. О, скамеечка, сейчас будем разъезжаться с тобой. Разъехались. Оп. Теперь еще и с Вольво надо разъехаться. Оп. А он едет. Он даже не хочет нас пропустить. Связь. Оп. Опа. Вообще капец, ребята. Это отдельно кино здесь надо снимать про эту дорогу, потому что тут очень опасно ехать. Можно так встрять, что потом отсюда уже можно не выбраться. Поэтому едем мы очень-очень аккуратно. В общем, надеюсь, что мы выберемся. И вы надеетесь, что мы выберемся. А? Вот он, ребята, владелец этой новой газели. Как вам? Как вам конфетка? Конфетка, сказка. Давай сейчас кузов пооткроем, посмотрим, покажем. Мини-обзор. Что мы нашли в этом городе? Жалко, баллон не покрашенный. Было бы. Да, это ерунда. Вот такая, самому можно покрасить. Такая газель, открывай кузов. Новый кузов от Луидора. Блин, новый, блин. Удлиненный. Вон он, блин, вообще сказка. Вообще пам. Все обработано. Там боковая загрузка, верхняя загрузка, задняя загрузка. Видите, песня. Рама. Рама удлиненная. С этой стороны у нас. Тент новый, все новое. Двигатель. Машина наполированная. Машина, видите, салончик вам. Салончик вам. 151 тысяча пробег, Олег. 151 тысяча пробег. А, вот такой вот салон. Олег тут будет все делать, все переделывать. Гидрача, правда, нету. Правда, нету гидрача. Ну, ладно, чё уж. Вот такая вот, ребята. Пушка. Пушка-аппарат. Красотка. Всё, всё. Садись и езди, и работай. Да. Так вот. Покупает Олег такую красотку. Поедет в Челябинск. Вот так, ребята, мы уже едем на абсолютно новой газельке, можно сказать. По мосту Нижний Новгород у нас сейчас. Олег газелькой доволен, говорит, что газелька супер. Вообще хорошая. Ну, за такие деньги лучше не возьмешь. Да, вот такие мосты тут красивые. Ухоженная такая вся, намыленная, напидоренная. Едь. Еще не обкуренная, сейчас начну ее обкуривать. Сейчас, да, обкурим ее потихонечку, ну, Олег. Даже есть магнитола, поет радио, правда. Мягонько идет, все. Чики-пуки. Пробег 151 тысяча у нее. 152. Ой, 152. Единственное, нет гидроусилителя руля, а так да у нее... Да, это фигня его поставить. Это да. Ну вот. Ремнями не пристегнуто. О, а тут
А тут гаишники, ДПС. Пост ГАИ. Ну. Да, пост ГАИ. Вот это, ребята, Нижний Новгород. На светофоре поверните направо, а затем круговое движение, второй съезд. Понял. На светофоре направо, круговое движение, второй съезд. Так вот, ребята, едем. Вон поставь. Все, поехали домой. Домой. А я поеду в Ярославль. Счастливой дороги. Ладненько, давай тогда созвонимся, увидимся. Давай тебе удачной дорожки. Так что, давай. Я погнал, и ты погнал. Все, давай. Давай, удачки. Приехал, ребята. Я в Ярославль кое-как добрался, дорога убитая. И вот беда. Горит у меня прекрасно плиточка. Вот. Пытается включиться фен, который уже сегодня не включился. Вчера еще он работал. Сегодня утром он еще работал. А сейчас он уже все не работает. Пульт я уже выключил. В общем, засралось настолько, что уже все, она запуститься не может. Причем это произошло очень так быстро. Грею кабину плиткой. Спать буду вот так, в одежде, под одеялом, потому что иначе я замерзну. Ну, а остальное сейчас, не знаю, на улице не холодно, где-то плюс 3, утром потеплеет, поэтому сейчас кабину нагрею. И спать. Все, ребята, выгрузили сегодня. Выгрузили этот погрузчик нам. Вон он стоит, красавчик. Накачал я колеса ему, все сделал. Вот с этой эстакады нас выгружали. Так, сейчас документы. Вот она территория, это погрузчиков в Ярославле. Сейчас документы отдаю. Мне подписывают их и все. И мы свободны. Я свободен. Стою я, ребята, на улице Авиаторов в городе. Получается, сходил в Ленту, вон там где-то вдалеке, если вы увидите. Запасся едой, так как продолжаю жить я в машине. Дальше. Это крик, я не знаю, взрыв дороги. Ребята, что хотелось сказать, я вчера просто сдерживал свои эмоции, но сегодня я просто не могу. Я ехал пустой с выгрузки, и я офигел, просто я офигел, ребята, что творится на дорогах города Ярославль. Иваново, ладно, Иваново это вообще, я еще давно говорил, это жесть полная, там ну просто ужас. Я вчера ехал, и сегодня, я думаю, у меня колеса отвалятся на грузовике. Какой-то я не могу, ребят, я не буду сдерживать свои эмоции, вот, что вообще город хороший, город этот замечательный, Ярославль. Он мне даже как-то понравился, не знаю, правда, чем-то таким вот. Но дороги здесь просто никакие, они убитые напрочь. Они вообще, я не знаю, я не могу найти слов, это просто бомба. Как будто взорвали весь город. Тут как будто на танках ездили 10 раз, я не знаю. А от себя, ребята, я скажу, что дороги здесь говнище полное. Просто уёбищные дороги, даже вот так вот могу сказать. Никакие, вот, видите, едет и все гремит. Я не знаю, сейчас у меня после, наверное, вот этих дорог, наверное, сайлентблоки буду менять, которые вот еще бы ходили, наверное, 1020. А с этими дорогами они просто убьются. Просто убьются. Поэтому видео мое заканчивается. Всем огромной удачи. Я добрался. Выбираться отсюда буду, я не знаю как. Вы увидите это уже в следующем выпуске. Ну а мне остается работать дальше. Зарабатывать. Поэтому никак. Дороги закрытые. Дороги убитые. Ужас. Ладно, ребята. Обязательно смотрите следующие серии.
моего дальнобоя. Я ведь опять прошлые два месяца я гонял по всей России, и вот сейчас по всей России опять поехал. Не знаю, где я буду, что я буду, поэтому, может, я буду в каком-то из ваших городов, так что смотрите по сторонам, оборачивайтесь, подъезжайте, поболтаем, посидим, попьем чайку без проблем. Так что всем вам огромной удачи, смотрите видео и пока.